Коллапс в аэропорту Мюнхена. Там отменили около 330 рейсов. Более 700 пассажиров были вынуждены ночевать в аэропорту. Причина – женщина, которая прошла в зону безопасности второго терминала без необходимого для этого контроля. В результате терминал пришлось закрыть. Из-за происшествия 32 тысячи пассажиров не вылетели вовремя. Полиция сообщает, что женщину задержали. Ожидает ли ее какое-то наказание, пока неизвестно.